Я очень доволен, то, что вернулся на поле. Это самое главное. Да, как ты сказал, я два с половиной месяца не играл. Тяжелое время для меня. Получил травмы в матче против Краснодара. Но сейчас все, уже травма прошла и буду двигаться вперед. Сейчас надо набирать форму. Конкуренция у нас есть большая, и так что я рад, что вернулся на поле, но не рад, что мы не выиграли, конечно. Вспомни погоду, когда играли в Краснодаре, и сейчас тяжело было в такие климатические условия возвращаться в футбол? Ну, мне кажется, лучше. Для меня особенно приятнее играть, когда похолоднее в Краснодаре. Очень душно было, жара, тяжело было дышать. А здесь, в принципе, нормально. Расскажи, почему у нас сегодня было вот два разных тайма абсолютно? В первом владели инициативой, пытались подходить к воротам, во втором действовали в некоторых случаях даже пассивно, можно даже сказать так. Ну, у нас уже так бывает, что один тайм лучше играем, чем другой. Не знаю, с чем это связано. Да, в первом тайме более мы играли в футбол, в контроль мяча. Моментов не создавали, и в первом, и втором тайме у Рубина, думаю, два момента опасны были, у нас этих моментов не хватало, но так по игре, думаю, ничья, справедливый результат. Тяжелейший график позади, сейчас перерыв на сборной, какие твои планы? Остаюсь в Москве, буду работать, не еду в сборную, это согласовался с тренером, главным в сборной, то, что большой перерыв у меня был, сейчас у нас игра в четверг, я лучше, чтобы я остал, потренировался и набрал форму, и так это будет выглядеть.